Некоторые сказки начинаются словами «жили-были». Другие заканчиваются «жили долго и счастливо». А третьи вообще ни в какие ворота, только на помойку. Знакомьтесь, это Элла. Неудачное заклинание превратило ее в самую послушную девочку в королевстве. Скажи, что ты глупая, сама не понимаешь, что говоришь. Я глупая и сама не понимаю, что говорю. Бери давай. Придержи язык. Нужно найти фею крестную и убедить ее снять заклятие. Покажи план леса. Конечно. О, прикольно. И вот. Прошу прощения. На пути к освобождению Элла встречает шебутного эльфа. Дай ему под зад! Прожорливого орка. Ну и как вас приготовить? Испечь? Сварить? А устрой разгрузочный день. И принца с толпой поклонниц. Принц Чармонт? Нет, зови меня. Просто Чар. А ваша подруга осталась в одиночестве? У меня нет подруги. А? У меня их полно. А? Шучу. Это сплетни из юности средневековья. Она вовсе не собиралась влюбляться в принца. Однажды ты станешь великим королем. Принца надо извести. Надо успеть сорвать коронацию. И не думала, что придется спасать королевство. Бросьте корону! Miramax Films представляет Энн Хэтуэй. Тебе что, нравится рисковать головой? А, подожди. Заколдованная Элла. А ты не похожа на других. Стой! Ты даже не представляешь. Скоро на экранах.